Проблемы с автобусами в муниципалитетах – одна из острых тем для жителей региона. Накануне прямой линии эту больную тему поднимали жители Заринского, Рубцовского и Первомайского районов. Люди писали, в муниципалитетах практически нет регулярного транспортного сообщения между селами, а состояние имеющихся автобусов оставляет желать лучшего. Транспортная проблема стала одной из тем обсуждения во время прямой линии главы региона. Пошли мы на то, что специально статью в бюджете краевом запланировали в этом году 500 миллионов рублей, выделили на эти цели. Почти 200 единиц, там 193 единицы пассажирского автотранспорта приобрели. И сегодня транспорт уже начал свой путь в районы. Населенные пункты будут связывать современные автобусы отечественных марок ГАЗ и ПАЗ. Транспортную сеть обновят в 56 муниципальных образованиях. Перевозки будут регулярные, нет необходимости, допустим, их обеспечивать в режиме там, круглого часа. Есть необходимость там, привязываться к каким-то дням, как удобно для людей. То есть маршрутная сеть, которая появится, она нам понятна. Количество сел, которые соединятся, порядка 500 мы оцениваем. Также обновление автопарка позволит бороться с еще одной проблемой. По мнению представителей общественной палаты, из-за отсутствия муниципального автопарка в районах развилась сеть нелегальных перевозчиков. Но часто их автобусы не соответствуют стандартам качества. В районах существуют нелегальные перевозчики, такие как Блаблакар. Они дорогостоящие, да, и техника изношена. Большое количество транспортных средств, она уже изношена. То есть срок эксплуатации уже вышел. Сейчас это обновится, техника, и будут комфортабельные автобусы осуществлять перевозку населения. К концу декабря все 193 автобуса доставят в районы края. А это значит, что тысячи жителей региона смогут быстро и комфортно добираться не только в райцентры, но и передвигаться между селами и деревнями. Артем Гусельников. День с толком.